Супрун рассказала, как избежать осенней хандры. В холодное время года человек меньше радуется и больше хочет спать. Упадок сил напрямую связан с отсутствием достаточного количества света. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун дала ряд советов, как избежать осенней хандры. Соответствующий пост она обнародовала на своей странице в Facebook. Если вечера с какао и под одеялом становится желанным завершением дня, обратите внимание. Во-первых, это может означать, что вас атакует осенняя хандра. Во-вторых, такой отдых может сделать вас еще более слабыми, отмечает глава Минздрава. По ее словам, в холодное время года человек меньше радуется и больше хочет спать. Упадок сил напрямую связан с отсутствием достаточного количества света. В то время, когда дни становятся все короче и холоднее, у нас остается меньше энергии и сил на ежедневные дела. В этом мы можем винить свет, а точнее его отсутствие в холодное время года. Ведь когда нашему мозгу не хватает света, он образует меньше серотонина, вещества, что держит нас в тонусе и дарит ощущение радости и счастья. Зато мелатонин, гормон, что должен выделяться ночью и помогает нам засыпать, образуется гораздо дольше. У нас сдвигаются биоритмы, объяснила Супрун. В связи с этим она дала ряд советов, которые помогут легче пережить холод и недостаток света. По словам ее, министра, яркий свет и частое пребывание днем на улице помогут простимулировать мозг и заставят его образовывать серотонин, а общение – мощный стимулятор мозга. Супрун предлагает быть физически активными и следить за своим рационом. При этом она подчеркивает, что шоколад, вопреки распространенному мнению, не поможет взбодриться. Ранее Супрун посоветовала заниматься танцами, так как это очень полезно для здоровья. Также она предложила украинцам лечить некоторые болезни прослушиванием музыки. Супрун объяснила, как правильно чихать. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/TimiCorrespondent.net. По материалам сайта newsgra.com.